Три ключа. Поворачиваем зажигание, и мотоцикл, электровелик, скажем так, готов к движению. Если нажимаем газ, он начинает ехать, отпускаем, соответственно, переходит в нейтральное положение. Если крутануть педали на ходу, хотя бы немного, он понимает, что надо включать электромотор и начинает ехать сам. Буквально немного помогает и останавливается. Если еще крутануть, еще раз поедет. Если крутануть педали назад, то он обратно переходит в нейтральное положение. Имеются тормоза передние, задние, поворотники и сигнал. Также имеются три положения скорости. На первом он едет где-то 34-35 км в час. Когда переключаем на второе, давай продемонстрируем. Вот сейчас он стоит на первой. Ну, где-то вот так, при весе на нем 75 килограмм, где-то 34-35 км в час едет. Когда подключаем вторую скорость, он увеличивается до 48-45 км в час. Если переключаем на третье положение, соответственно, быстрее. Отпускаем газ, он автоматически в нейтраль переходит. Также есть у него небольшая рекуперация, вот ее здесь заметно. Останавливается, перестает. Вот такой велосипед. Фара горит постоянно, как у всех циклов. Такого плана на 110 японских вольт. И инструкция к нему.